Всем привет, вы на канале Просто Детки, и у нас обзор игры Fixie Boom. Игра вот только недавно закончила тестирование и вышла в свободный доступ. И я решил сделать небольшой обзор. По моему предварительному заключению, игра очень сложная, как и все игры, которые сделаны для зарабатывания денег. Здесь все решают бустеры. То есть сначала задания все такие легенькие, все получается, все в общем без проблем. Но чем больше уровней прошел, тем делают их уже такими, что их пройти практически нереально. Без всяких там вспомогательных вещей, которые называются бустерами. Так, в принципе, игра неплохая, красивая, все веселая, озвучка хорошая. Поэтому поиграть не стоит. А опять же, бустер для того, чтобы пройти ее с тремя звездочками. Если вас устраивает пройти там с одной звездой, то реально сделать без вложения каких-то там денег и каких-то бустеров. Как-то так. А первый уровень, как вы видели, совсем простенький, такой обучающий. Давайте сыграем во второй. Так, нам нужно собрать 7 зелененьких и 7 голубеньких кристаллов. Это 4 в ряд, да? И теперь нужно... Есть у нас где-нибудь еще 4 в ряд? Нет. 3. И... Где? Ага, вот, да. Ого, сколько ряд было. Хватит. Там уже на 20 звезд насыпало очков. Но нам хватит и 3. Третий уровень. Тут кстати, получается, сначала сколько там? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 уровней в разделе компьютер. А затем у нас открываются часы, лампочка, пульт, динамики, камера, выключатель, магнит, регулятор, микрофон, батарейки, радио, эквалайзер, калькулятор. В общем, как вы поняли, 195 уровней у нас доступно в игре. Об этом еще думать рано. Я попробую пройти хотя бы некоторые. Затем уже в зависимости от ваших комментариев, или сделаю обзор дальше, или хватит и одного. Итак, нам нужно собрать кристаллы для батареек. В форме буквы Г, да? Что это нам дает? О, такая бомбочка. И такая тоже наискось. Класс. То есть осталось нам всего лишь собрать, 4 фиолетовых капельки. Так, где у нас есть фиолетовые? Я что-то не вижу. А, вот же они, 4 в ряд. Бух. Все отлично получилось. 1, 2, 3. Отлично. Третий уровень, 3 звезды, все хорошо. Переходим к четвертому. Итак, нам нужно теперь уже больше собрать кристаллов. Теперь можно собирать 5 в ряд. И что это нам дает? Какой-то суперкристалл, да? Или мультикристалл. Получается, передвигаем его. И он открывает все кристаллы одного цвета. Класс. Так. А вот смотрите, что у нас еще есть. Вот так вот. Что, и все уже выполнил? Обалдеть. Быстро мы их все раскидали. Так держать. Но только так дальше не получится. Я думаю, еще 1-2 уровня максимум и начнется сложности. Так, нам уже вон сколько много кристаллов нужно. Поменяй местами 2 особых кристалла. О!
Ничего себе. Вот это торнадо целое. Так, ну это все нужно увидеть. Нет, нам тут лучше букву Г сделать. Вот, это уже получилось. А где еще что-нибудь интересное можно сделать? Нет, интересного особо ничего не вижу. Поэтому просто будем выбивать кристаллы, которые нам нужны. А, так. Звездочки надо, да, нам? И фиолетовые капельки. Так, их осталось не так... О, 4 штуки в ряд. Здорово. И звездочки. Звездочек очень мало почему-то. Зеленые. Так, вот желтенькие мы взяли. И как раз можно сделать нам сколько... Ой, а почему? А, это желтая, желтая. 8 ходов осталось. Так. 2 капельки и звездочек. 7. Почему же так мало звездочек? А, так, капельки, капельки. Вот звездочки появляются, но их все равно мало. О, вот класс, сколько здесь звездочек. Не, только 3, да? Осталось 3 хода. Слушайте, я могу не пройти этот уровень. Слишком как-то мало здесь всего. А, вот желтую нужно как-то взорвать. А нечем ее взорвать. Вот, сейчас наконец-то появилась. Вот, и на последнем ходе я все-таки смог этот уровень пройти. Как это было тяжело сделать. Вроде бы простой уровень, еще ничего сложного, а вот как-то я на нем подзастрял. Так, уровень номер 6. Ого, сколько кристаллов, смотрите уже. У нас 21 ход, но как видите, поле очень неровное, и будет тяжело здесь очень наладить это, взрывы этих всех кристаллов. А, так... Вот, да, правильно нам подсказывают. 4 в ряд можно сделать было. А, где еще? Вот, можно ряд выбить. Тоже неплохо. Так. Хотел другое немного сделать, но не получилось. 15 ходов. Эх, эх, эх. Ух ты, да. Неплохо, согласен. Так, желтеньких еще 3. Так. Последний желтый. Осталось нам 4 голубеньких и 1 розовый, красный, грубо говоря. Он там, не знаю, красный, бордовый, кому как нравится. Так, а вот и голубенькие на подходе. Один всего остался, но пока месть. А, вот и голубенькие, все. Эти как бы уровень прошли, но факт, что получится 3 звезды. Смотрите, сколько открывается, а звезды-то уже 2. А как бы, ну я уже просто знаю, что их нереально пройти без бустеров, там с 3 звездами все. Поэтому я не буду стараться пройти все на максимум. То есть хотя бы дойти до конца, может быть, сегодня. Так, собери все фикси-чипы, совмещая кристаллы в ряд над ними. Прикольно, то есть видите, уже все замуровано, да? Так, как бы здесь лучше... Да, это опять такой водный уровень, он не сложный, в принципе. Здорово. Еще раз. И еще. Да, можно так вот сделать. Так. Или в ряд было.
О, сейчас 5 ряд сделай, класс. Сколько нам выбить теперь? 11 ходов и 3 чипа. Получается, вот чипы у нас зеленые, фиолетовые и все, в общем, разные. Хоть бы какой-то. Давайте фиолетовый выбьем. Опа! Порядок. Так. Осталось выбить один зеленый чип. А как же его выбить? Так. Мне нужно вниз какой-то зеленый кристалл. А вот нет, не зеленый упал, а другой. Ай. О, вот еще в ряд. О, блин, не то, что нужно. Ладно, все. Осталось 2 хода, и как всегда я уровень прошел. Кстати, даже этот уровень получилось 3 звездочками. И потому что он такой вводный. Нам просто объяснили, как здесь эти чипы все разбирать. А мне интересно, а что дают как бы персонажи? То есть мы сейчас играем ноликом. Как бы что они будут нам давать? Или в следующей игре нельзя будет играть кем-то другим? Пока не купим файера, так что ли? В общем, нужно дойти, а потом уже рассуждать. Так, 56 чипов, ничего себе. Это, я бы сказал, очень много. Нужно сразу тут как-то с угла все выбивать, потому что иначе потом будет сложно. А вот здесь 4 в ряд. Что еще здесь такое по-быстренькому можно сделать? О, вот еще раз 4 в ряд, да? Только не в тот, что нужно ряд. Так, сверху... А, вот, все. Как раз звездочки попались и как раз вовремя. Хорошо. Осталось 8... А, слушайте, у меня всего лишь 6 ходов осталось. Это плохо. Я ничего не успеваю. Ты, класс. Да. Вовремя этот ряд выбился полностью, да? Так. Ну, 2 хода и 6 чипов. Ну, это нереально. Тем более они все в таких местах расположены, что я их не достаю. Видите? Вот начинаются сложности. Все. Как бы можно играть дальше. Это 5 ходов всего, я не знаю, успею или нет. Давайте я лучше попробую повтор. По-моему, нас снимают одну жизнь, когда мы проигрываем, да? Так, а как же здесь все-таки... пройти без ошибок? Я даже не знаю. Так. О, мультикристалл. Откуда он взялся? Я, кстати, даже не увидел его. Вот, как раз по углам это зеленые эти выбил. Ой, смотрите, ну вот с бустерами сразу жизнь пошла налаживаться, как говорится. Так, что где? Нам нужно желтую вот эту как-то взорвать. Как же ее взорвать, если ничего рядом нет? И близко ничего нет. Блин, так все хорошо началось. Как-то продолжилось оно не очень хорошо. Бывает такое, да? О, вот, наконец-то. Что-то хорошее. А, так, желтый. Блин. Вот сверху надо, да, сделать такую бяку. Ладно. Получается, все кристаллы, в которых есть бустеры, я их все не могу взорвать, не хватает чего-то. Так, но мне лучше... А, ну понятно, 2 хода осталось.
я опять не смог пройти, потому что не повезло, смотрите. Теперь даже больше не хватило мне ходов. Хотя, опять же, повторюсь, начиналось все очень классно. Ой-ой-ой, как же здесь быть? С чего здесь начинать, чтоб потом все получалось? Так, вот 4 в ряд можно сделать, да? Еще раз 4 в ряд. Но это как-то все далеко от того, что нужно. Вот звездочка ряд выбьет. Ну да, много, конечно, сверху выбил. Так, есть. Шесть ходов и 16 чипов. Ну, опять я ничего не успеваю. Что ж замечательного, нолик. Ты хоть бы думал, что говоришь. Такие в этих всех отделениях оно все так спрятано, что я не знаю даже, как быть. Не, ничего не получается опять. О, бомбочка. Ну да, один ход и 6 чипов. И все в таких местах, что их достать ну просто нереально быстро. Ага, вот мультикристалл, но у меня ходы закончились. Ну не знаю. Сыграть дальше. Получается, мне больше всего желтые, наверное, нужны, да? А, и зеленые тоже. Ладно, зеленые взорвем. Осталось 3 чипа, 2. Обалдеть, даже не ожидал. А вот фиолетовый здесь. Как-то мне нужно желтый взорвать, а как? Если я никак до него добраться не могу. А, блин, что нужно сделал? А, один ход и один чип. Блин. Как это? Ну так нечестно, люди. Ладно, куплю еще раз бонусы. А какой нам бонус дали? В общем, не знаю. Но если я сейчас звездочки так взорву, то что ж, я ж потом никак не смогу достать это снизу. Только от того, что я купил эти 10 ходов, все равно ничего не получается. Ага. Один ход и опять же тот же один чип. Я не знаю, как проходить. Последние монетки трачу. А, вот нам получается дали. Мне нужно вот эти зеленые как-то опустить вниз. А, вот появилось. А, и все мимо, да? Так, 2 хода. Получается, я могу эту подсказку использовать. Ну, точнее, помощь. Ну, наверное, так и сделаю. Вот. Ух. Это типа как жучка там или кто это. Вот 3 звезды, но зато я потратил все свои монеты. Вот, а, не все. 10 осталось. Вот нам предлагают сразу купить. То есть, видите, то, что я говорил. А как бы игра рассчитана все-таки на то, чтобы люди вкладывали деньги. Так, ну попробую, я думал, пройти весь уровень, как бы, но не получается. А, подарок жучка, да. Дали одну жучку. Вот, нам показывает, для чего она есть. Ну, я ее использовал даже в прошлом уровне. Вот, то есть играть можно, но просто очень тяжело. В принципе, кто в такие игры любит играть, может он
в них и лучше поиграет, чем я. Ну, как бы, я не скажу, что я их не люблю, просто, как бы, не часто играю в них. Весело. Так вот. Да, конечно, замечательно. У нас еще 13 ходов, и этот раз у нас, в принципе, все получается, да? Более-менее, на удивление. Так, мастер, фломастер. Так, еще куча в ряд. Так, сверху мне немного зеленый достать. А, вот, мультикристалл, как раз для зеленых. Слушайте, класс. Все, прошли этот уровень. Как бы он оказался несложным, в отличие от предыдущего. Ну, две звездочки, даже не три. Так, это был 9 уровень, ну не знаю. На кристалл, и он появится у тебя на уровне, да? В случайном месте или как? А, вот он. Ну, я не скажу, что он был слишком хорошо прям использован. Так. А, вот, можно сделать, да. Сколько в ряд. О, как хорошо рассыпалось. 17. Осталось всего лишь чипов. 15. А, так. Так вот. Десять чипов и 10 ходов. В принципе, реально, да? Восемь чипов, 8 ходов. Так. Шесть чипов. Даже не знаю, как лучше здесь. А толк все меньше, да. А толку от того, что я что-то взрываю, мало. Так, ну вот я взорвал ряд. То и ничего. Вот опять два хода и 5 чипов так и осталось, да? С того, что я что-то там делал. Так, ну вот я опять проиграл. Быстренько сделай повтор. С чего бы начать? Надо начинать все-таки снизу. Снизу выбивать там все. Потому что сверху оно падает, само там часто выбивается. А вот снизу можно... О, класс, мультик стал, слушайте. Чтобы мне такое интересное взорвать, наверное, эти вот бордовые, да, скорее всего, больше всего там по углам были. Так, дальше. Так, желтенькие. О, вот еще можно ряд. Взорвать и так тоже. Осталось 6 чипов и 8 ходов. Главное теперь не делать ошибок. Хотя вот желтенькие спрятались там. Как я их достану, я не знаю. Нужно срочно какие-то... А, у меня жучки есть. Слушайте, если что, я, наверное, все-таки использую пару жучек. Все равно не знаю, буду ли я еще не играть в эту игру. Поэтому жучки необходимы, ну, как бы, необходимости мне их большой не будет. Так, осталось 3 чипа. 3 чипа из них вот внизу, да? Сколько? О, здорово. Опа. Один чип остался вот желтенький. Как же его достать? Я не знаю даже. Так, нету никаких
3 в ряд, там все такое. 4 в ряд. Один ход, по-любому нужно использовать жучку. А видите, без бустеров никуда. По-любому там можно, конечно, пытаться там 10-20 раз пройти один и тот же уровень. Но это как бы проблематично. Так, нужно собрать особые кристаллы. 44 штуки. Обалдеть. А как их собрать? Рядом с ними нужно взрывать, в общем, да, наши кристаллы. Вот так вот. Только ходов-то мало совсем, смотрите. Как же тут быть-то? Да, ходов явно не хватает. Нужно их как бы докупать, там использовать всякие бустеры. Ну, то, о чем я говорил в самом начале обзора. Так. Вот. 14 еще батареек, да? А у нас ходов-то, в принципе, осталось всего 5. Ну да, вот 12 батареек и 3 хода. Да, последний ход. Осталось всего лишь 6 батареек. Жалко. Так, ну еще раз попробую. Не знаю. Последний, не последний. Так. Ну вот что здесь скажешь? Опять нормальных ходов-то и нет. Ух ты, ух ты. А что же ух ты, если ничего не получается? Так, можно местами поменять 2 бонусных. Ого, конечно, вынесли хорошо они здесь все. Yeah, так, 12 батареек. Ну, опять 9 батареек. Ты. Обалдеть, одна батарейка и один ход. Я ее ничем не могу достать, да? Ха! Вот парадокс, слушайте. А мне как-то... Блин. Так нечестно. Куча бустеров везде, кажется, разных. Ладно, жучка. Твой выход называется. Так, у меня осталась одна жучка. Наверное, еще один уровень тогда попытаюсь пройти. Так, 12-й. А, нажми на... И она появится у тебя на уровне. Понятно. Ого, здесь вообще сколько всего нужно уже собрать. Так. Опа! Бомбочка, которую мы взяли, да? Как хорошо помогла. Вот, хорошо. Я так подозреваю, что этот уровень будет не слишком тяжелым прям. Хотя все может быть. Так вот. Ох ты, двойные, смотрите, вот раз. Двойные бустеры. В принципе, да, если разобраться, то
то можно найти здесь, конечно, пути, как выигрывать эти уровни. Но это просто очень долго. Нужно поиграть в эту игру, чтобы понять ее полностью. Ну, в принципе, как и в любую другую игру. Так. Осталось 7 ходов. Слушайте, а я как-то поторопился с выводами, что этот уровень будет легким. Эти батарейки как-то и даже доставать неоткуда. Ха. 4 батарейки, 4 хода. И некак их достать. Хотя одну достал. Как-то. Так. Не. Никак. Вот они, 3 батарейки эти и все. Так. Купить у меня уже не хватает монеток. Видите, все жизни страчены. Купи дополнительную жизнь. Ха-ха-ха. То есть купи жизни, купи бустеры, купи там еще что-то. Ну, в общем, вот как бы такая вот игра. Можно подождать там какое-то время, потом это все восстановится и дальше пытаться. Ну, а наш обзор на сегодня завершен. Если вам понравилась эта игра, то можете ее как бы скачать и сами попробовать. А ссылочка на нее скачивание в описании к этому видео. А также, если вам понравился наш обзор, то поддерживайте его своими лайками и комментариями. А если напишите, что попытаться ее пройти еще раз, я продолжу обзор. Если нет, как бы, ну, свое дело я выполнил. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Оставайтесь с нами, дальше будет только интереснее. Пока-пока.